пробили ванцы, кто меня слышал. И сегодня мы приехали. Приехали порыбачить, короче, с утра. Опять ни хрена не ловит. Щука? Че, реально? Друзья, у меня для вас радостная новость. Вот мозг у меня якутский. Хороший нож. Якут. Будет разыгрываться на канале моего племянника, друга Прохор Беливанцев. Ссылка будет обязательно в описании. Переходите по ссылке, подписывайтесь на его канал, и на его канале вы узнаете, когда начнется сам розыгрыш этого ножа. Нож у нас фирмы «Стальные бивни», там тоже также будет ссылка в описании. Если захотите приобрести этот ножик, можете перейти по ссылке и купить очень хороший нож для разделки рыбы. Рука у меня огромная, 170 мм. Ну и тесак тоже не маленький. Тесак не маленький, обувь 4 мм для рыбы, для рыбалки, само то. Все, друзья, обязательно подписывайтесь на Прохор Беливанцев канал, ссылка в описании. Вот рыба там доплескается. Надо, короче, ехать искать. Все, привет, я подписчиков канала. Путь амурского рыбака и Прохор Беливанцев. Сегодня мы приехали. Приехали порыбачить, короче, с утра. Опять ни хрена не ловит. Одного же желточочка мужичок поймал. И вот сегодня первый улов с утра. Это вообще капец, представляете? Вот касатка. Касатка зацепилась за маленький воблер. Это для лососевых, да? Для форели мелких. Вообще завал. А так, мелочевочку ловят потихоньку. Погодка. Сегодня у нас короткое видео. Ветрище. За язык? Капец, что, берем, может, уху сварим? Никто не хочет уху. Наша рыбонька. Маленькая. Хорошие штучки, кстати, на AliExpress. Я купил. Очень хорошая проводка на поверхности. То есть не надо сильно тянуть. И он виляет хвостиком, телом. Прям красота. Вон малька, посмотрите, сколько здесь. Он просто гуляет. Сейчас вот, наверное, через часик, может быть, жор начнется. О, только что вот крупничок хапанул мелочевочку. Пока у нас поклевок нет. Вон она. Малек еще разбегается. Давай дальше. О, крупняк потихоньку подходит к вечерку, ужинает. Верхобляд, желточок, основная рыба здесь, хищники, иногда щука. Есть? Давай, давай. Чё поймал? Тихо, не матерись. На малька поймал, наверное. Че, прям крутой? А че за этот, за блесна? Водит? Ништяк, ну-ка, давай заценим. Щука? Че, реально? Мелкий, да? О, забагрил. Ну да, он тут рядышком, просто не успел. Вообще классно, смотри, какая рыба. Быстро. Желтощечек. Ну, микро этот. Да он, мне кажется, и 28 возьмет, да? Слышишь, и 35. У меня щипцы там были. Ну как? О. Покажи нам тоже. Красавчик. Смотрите, Проха уже, вот видите, отличился. Первая рыба. Давай его. Вообще, малыш. Малыш, такие брать нельзя. Ну тут берут их таких. Красный книжный рыбка. Да.
Желтачоков мы отпускаем. Опа! Видал, как струя стрелой вылетел. Маленький малек какой-то плавал. Все, короче, друзья. Больше поклевок не было. Всем удачи и добра.